переводите нам, что вы сказали. Ну, я перевел, что вы сказали. А, да? Хорошо. Вот так и переводите по кругу сидите. А это ваш друг или ваш брат? Это мой клиент. Кто? Клиент. Нет? А, клиент. Он как турист, а я его личный гид-экскурсовод и переводчик. А, это вы с Китая вместе приехали? Да, с Китая вместе приехали. Ничего себе. 15 лет назад. Это у вас такая работа, вы ездите по разным городам и просто-напросто работаете переводчиком, да? Да, это у меня такая работа. И как, вам нравится своя работа? Мне нравится эта работа. Ну, это здорово, это правда здорово. А историю-то? Ничего, нормально. Ну, историю-то вы хорошо знаете? Российская? Да. Что вы будете нормально. Ну, для экскурсовода нормально. А если честно, не очень знаю. Просто знаю поверхные истории. Ну, клиентам, наверное, интереснее. Ну, хватает. Я уже много лет жил в Хабаровске. Больше 10 лет я жил в Хабаровске. Знаю немножко, чуть-чуть. Здорово! Давайте научим говорить шашлык.